Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас снова видеть на нашем канале агентства недвижимости в солнечной Испании Alex Home Invest. Сегодня мы с вами находимся в Аликанте, в парке, в замечательном парке Ламарант, и будем прям возле этого парка в минуте ходьбы смотреть объект. Объект наш сегодняшний имеет 115 метров квадратных, 4 спальни, 2 санузла, также имеет свой отдельный трастеро, это кладовка. И помимо этого он находится у нас в открытой урбанизации, урбанизация открытого типа, то есть имеются общие зоны, именно зеленые зоны, и парковочного места отдельного закрепленного нет, но очень есть много открытых парковочных мест. Ну и еще хочется сразу сказать, что у нас квартира под ремонт, поэтому сразу предупреждаю, но она с большим перепланировочным потенциалом. И также ее, конечно же, главный плюс – это то, что у нас виды с нее выходят на вот этот замечательный парк, на Аликанте, и виды, конечно, просто сказка. Ну и давайте поговорим про сам район и что здесь есть рядом. Конечно же, сам этот парк Ламарант, это у нас считается самым крупным именно в самом городе Аликанте парк. Он у нас находится в минуте ходьбы от дома. И, конечно, здесь на самом деле можно и пикники устраивать, и просто отдыхать, приходить и спортом заниматься. Поэтому это, конечно, гигантский плюс именно иметь вот такой замечательный парк рядом. И сам район вообще, в котором находятся квартиры наши сегодняшние, это Сьюдад Хардин. Район очень хороший. И у нас рядом с нашим домом расположилась, например, школа общественная. Это всего в 2 минутах ходьбы. Также у нас большой плюс, несмотря на то, что в самой урбанизации нет бассейна, у нас всего в 4 минутах ходьбы есть муниципальный бассейн, и, конечно же, вы всегда можете вот именно туда ходить и купить абонемент. Конечно, помимо этого, супермаркеты, садики, банки, это все у нас просто в пешей доступности. Район действительно очень с хорошей инфраструктурой. Ну а самого до центра Аликанте можно пешочком прогуляться до 30 минут. А если хотите на автобусе, то у нас автобусная остановка также прямо на выходе из дома имеется. Поэтому всегда можете добраться до любой точки. Ну и давайте, наверное, меньше слов и уже начнем наш сегодняшний обзор. Заходя в подъезд, сразу, прежде чем поднимемся, вам прокомментирую, что вот эта дверь, она у нас идет в трастеру, то есть в подвал, где у нас расположились именно кладовочки. У нас к нашей квартире также прилагается свое кладовочное место, где-то 7 квадратных метров. Ну, а я вам предлагаю подняться на 4-й этаж, у нас есть лифт, и посмотреть сам объект. Мы с вами с главного входа заходим в нашу квартиру, и сразу перед нами вот такой коридорчик. В принципе, что мне нравится, что здесь такая даже небольшая тумбочка поместится, и есть встроенный шкаф. Но у нас в этой части расположились наши спальни, а здесь гостиная с кухней. Давайте вот прям с гостиной начнем. Как и предупреждала, конечно, у нас квартира под ремонт, и именно гостиная, хоть она и довольно просторная, сразу отмечу, что хозяин уже запросил смету, и вот, например, можно, заплатив 14 тысяч, вам уберут полностью, здесь у нас расположилась кухня, вам убирают полностью эту стену до кондиционера, эту расширяют наш главный вход с гостиной, с кухней, у вас получается одно большое открытое пространство, и, конечно же, делают гладкие стены, гладкие потолки, меняют полностью пол, меняют полностью двери. Также у нас меняют нашу одну из ванных комнат. И это все, как уже озвучила, за 14 тысяч евро, вложив, можно сделать, конечно, очень современно, очень прям красиво. Ну и главный плюс самой квартиры, давайте его и посмотрим. Вид на сам парк Ламарант, у нас вся квартира выходит именно вот на эти прекрасные виды. Конечно, плюс это вот эта замечательная зелень. Еще плюс, что у вас открытые виды, никогда не построят какие-то, не закроют их высокими зданиями. У нас также чуть дальше посмотрим, есть виды и на горы, и виды на море, но это чуть позже. Ну и из плюсов, что здесь вижу именно в гостиной, это, конечно, кондиционер. Ну и сейчас давайте с вами переместимся с гостиной в нашу кухню.
Ну, кухня у нас, естественно, также под замену. Во-первых, и вот эту и плитку нужно будет поменять, и сам кухонный гарнитур. У нас также из кухни есть выход в коридор, где у нас расположены именно спальни. Но этот выход можно закрыть, если вы именно объедините гостиную с кухней. Будет такое общее пространство. Что еще мне нравится, что у нас на кухне есть выход на наш балкон. Давайте туда выйдем и насладимся видами. Как уже и показывала, естественно, виды на сам парк Ламорант, на эту всю живописную зелень. И, конечно же, помимо этого, у нас также есть виды на море, виды на горы, и также видна замок Санта-Барбара у нас. И что мне еще нравится, что балкон, несмотря на то, что кажется маленьким, он у нас удлиненный. Можете обратить внимание, там у нас в конце именно балкона расположилось центральное газовое отопление, ну и, в принципе, вы можете там еще какое-то сделать как дополнительное место для хранения вещей. При желании это, конечно, можно все остеклить, но я бы вот именно балкончик оставила, потому что действительно здесь наслаждаться свежим воздухом. Сторона у нас солнечная, это юго-восток, у нас солнце с утра до вечера, поэтому любители солнца здесь будет особое наслаждение. И, конечно же, вдруг захотите тени, у нас имеются маркизы навесные. Ну а сейчас давайте вернемся снова на кухню и уже оттуда пойдем посмотрим наши спальни. По коридору у нас идет первая спальная комната. Она подойдет, конечно, больше как индивидуальная, либо детская. Естественно, нужно будет покрасить стены, потолки. Но что мне здесь нравится вообще, во всей квартире у нас окна менять, например, не нужно будет, потому что это алюминиевые испанские, именно с двойным стеклопакетом. Окна у нас везде хорошие. Ну и напротив этой комнаты у нас расположился санузел первый. Он имеет ванную, в принципе, вся необходимая сантехника. Плитка, в принципе, насколько я вижу, в хорошем состоянии. Ну и проходя дальше, у нас с вами идет наша вторая спальная комната. Она небольшая, детская, будет меньше первой. Конечно, также необходимо будет, естественно, стены, потолки немножко подкрасить. Но что мне здесь нравится, это, конечно же, виды. Виды у нас везде на парк Ламорант и на красоту. Ну и напротив этой же спальни, именно второй, также у нас расположилась ванная комната. Она очень миниатюрная, именно ее нужно будет заменить, в отличие от первой. Она у нас входит в смету, про которую я вам говорила, полностью ее замена. Конечно, тут можно было сделать небольшую именно душевую кабину поставить, и вот чисто туалет и раковина. Ну и давайте пройдем дальше, посмотрим наши последние две спальни. Начнем мы с главной, хозяйской. Не обращайте внимания на вещи какие-то, да, может, лишние это хозяйские, они будут увозиться. Сразу отмечу, что мебель в основном, конечно, вся, возможно, будет увезена, какая-то оставлена, но, в принципе, мебель, я думаю, вы сами можете на свой вкус подобрать. Комната просторная, и, конечно, большой ее плюс, вот именно вы на кровати лежите, просыпаетесь сразу с видами на парк, на зелень. Ну и давайте сейчас уже пройдем в нашу последнюю спальную комнату. Она небольшая, тоже подойдет именно как индивидуальная, детская. Конечно, квартира именно для большой семьи, либо под сдачу тоже как вариант. И здесь у нас вот это единственная комната, которая не имеет прямых видов на парк Ламорант, но у нас также есть приятные виды на небольшой скверик именно вот рядом с нашей урбанизацией. Ну а сейчас я вам предлагаю спуститься вниз и подвести итоги. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня с вами посмотрели. Еще раз напомню, что квартира имеет у нас 4 спальных комнаты, 2 санузла, гостиную с кухней. И, конечно, квартира у нас с большим именно потенциалом перепланировки. Можно ее сделать конфетку, просто квартиру мечты. И она также, квартира у нас имеет свой тростер и находится в урбанизации открытого типа. Ну и, конечно, хочется поговорить еще, для каких целей она может подойти. Конечно, может подойти и для сдачи в аренду, но, на наш взгляд, она, конечно, будет, наверное, идеальна именно для семьи, для которой хочет проживать постоянно здесь в Аликанте, в хорошем районе, с шикарнейшими видами, которые всегда с вами останутся. Именно
в районе с хорошей инфраструктурой. Ну и, конечно, давайте перейдем к самому интересному, к цене. Стоимость данного объекта 75 тысяч. И, конечно же, если вас он заинтересовал, обязательно нам пишите на WhatsApp. Также можете всегда нам писать или звонить и оставлять запрос на объект вашей мечты. Мы обязательно с удовольствием для вас его подберем. Ну и, конечно же, не забывайте, что вы всегда с нами можете проконсультироваться, и мы с радостью вам подскажем по поводу получения НИИ, открытия счета в испанском банке, получения ипотеки в испанском банке, конечно же, получения разных видов ВНЖ, и проконсультируем по поводу студенческой визы, ну и по любым остальным вопросам. Поэтому пишите, также можете всегда оставлять ваши комментарии под этим видео, нам всегда очень интересны ваши отзывы. Ну и, конечно же, мы с вами увидимся в следующий раз, и я вам желаю отличного дня!